Значит так, я вас не видела в понедельник, когда пришли люди, вот там вы стояли. Значит, я не вас не видела, не вас не видела. Тут начинается... Начинаются какие-то, друзья, конфликты между митингующими. Я больше не дам, не добейте, и не приду. Не приходите. И во вторник у нас было родители и свидетели побоища. Мы разговаривали с капитаном. Я не видела ни вас, ни... Я разговаривала с вами? Разговаривала. Я не видела никого, ни вас, ни вас. Так кто же разделился? Я искала, кого позвонить и с кем связаться. Никого я не видела, ни вас, ни вас. Все, на этом митинге благополучно в Запорожье закончили. Держите, продолжайте свои волевые дела. Да, не держите туда. Я скажу, я по женщину... Вы скажите, кто она? Обращаю внимание. Нет, не переживайте, не тратите. А можно вас, можно вы нам прокомментируете? Да, пожалуйста, я прокомментирую. Как вас зовут? Меня зовут Лариса. Лариса, что вот тут происходит? Чего вы против? А я не понимаю, что здесь происходит. Я сама искала, кто организует митинги с понедельника, кто закажет. Я Василенко искала, я просто гражданин. Сюда приходили обычные, простые люди, которые не боятся. А вы были здесь в понедельник? Так. Сегодня против чего вы выступаете? Вот сейчас против чего вы выступаете? Я выступаю против раскола. Я не понимаю. Вот что они здесь собрались, а не там, где... Конечно. Они должны были собраться. Я считаю, что на этом демократические митинги в городе Запорожье закончены. Я передам своим друзьям свое возмущение. И, естественно, будет, они просто упадут на убыль. Спасибо этим товарищам, которые руководят и этим, и, может быть, и тем. Мне все равно. Понятно. Вы в 13.00 намерены быть на площади? Обязательно. Вы будете, мы увидим. Да, обязательно. Лариса, где, зовут девушку?